Вот еще раз, как связь. Еду в такси. Да, я еду в такси, потому что я приехала в чудесную квартиру, которая мне очень нравится, но там, чтобы парковаться во дворе, мне нужно получить пропуск. Я еще пока не оформила договор на себя, не могу договор, господи. Не могу там парковаться, и поэтому, чтобы мне было где припарковать машину, я паркуюсь заранее, и вечером не могу выезжать на своей машине. Зато я могу пообщаться с вами. Привет, Карина. Привет. Передаю тебе привет. Сколько стоит такси? Я даже не посмотрела. Где-то 600 рублей. Решили, когда снимать, он сделает сценарий, напишет, подумает все, и мы с ним спишемся где-то в понедельник, вторник, только решим, когда именно будем снимать. В эфире Юля тебя поливает. Вот такую чушь мне пишет. Я в это никогда не поверю, чтобы Юля про меня гадости говорили. Говорила. Да, у меня Венера. Я не пойду на дом. Меня вот недавно приглашали обсуждать отношения Артема. Я не пошла. Вживую, конечно, я люблю петь, намного интереснее, больше эмоций. Да не может Юля про меня плохо говорить. Конечно, такую чушь пишет прям. Мне только что написали смс-ку, что мое интервью на Стархите. Сейчас зайду, прочитаю, оставлю вам ссылку в директе. Ой, в директе, в сторис. В сторис оставлю вам ссылку. Почитайте интервью мое, которое я дала для Стархита. Да, мы с Юлей хорошо общаемся. Но для меня подруги — это те, которые, наверное, списываются каждый день, которые встречаются очень часто. Так как Юля улетает надолго, мы не так много общаемся с ней. Но мы все равно хорошо очень общаемся. И когда Юля приезжает, там мы обязательно встречаемся. Ну, как вчера мы ходили в караоке, встречаемся и поддержим отношения хорошие. Привет, Чебоксары. Марго, ты супер, спасибо. Нет, больше ни с кем.
чья деревня, но зато про меня пишут, а вот ты мне пишешь этот какой-то комментарий, тебя никто не знает, красавчик. Привет, Краснодар. Вот удивляюсь, честно. Ладно, когда бабы какие-то злые пишут плохие комментарии, но когда пишут пацаны, это насколько нужно не уважать себя, настолько нужно быть неудачником в жизни, чтобы писать девочке какой-то гадкий комментарий. Это просто неудачники по жизни. Парни, которые пишут плохие комментарии, что те, которые чего-то добились, они просто, если им что-то не нравится, пройдут мимо. Ничего не скажут. Лучше сделать лишний раз комплимент.